Наш телеканал продолжает предновогоднюю акцию, организованную совместно с партнерами медиахолдинга «Тверской проспект». В течение всей недели мы выходим на улицы города, поздравляем жителей областной столицы с грядущими праздниками, а также даем им возможность передать поздравления своим родным и близким. И все это с участием одного из главных героев Нового года – Деда Мороза. До Нового года остаются считанные дни, а потому самое время готовить подарки для друзей, родных и близких. А медиахолдинг «Тверской проспект» вместе с партнерами не только заготовил сюрпризы для тверитян, но и успел часть из них подарить. Всю неделю съемочная группа телеканала «Тверской проспект» выходит на улицы города, чтобы поздравить жителей областной столицы с грядущими праздниками. А помогает ей в этом настоящий Дед Мороз. Чтобы получить ценный приз от зимнего волшебника, достаточно передать самые теплые и добрые слова всем жителям Верхневолжья. Я поздравляю всех с Новым годом, желаю всего самого хорошего. И сейчас такое время, я желаю самое главное всем здоровья. Спасибо. Пусть все будет хорошо. Эта жительница Твери получила на Новый год сертификат от медицинского центра «Медпрофи». В современном медицинском центре «Медпрофи» вы можете получить высококлассную консультацию ведущих специалистов города. Качественное обслуживание, удобный график работы, опытный персонал. Все это ждет вас в клинике «Медпрофи» на Калинина, 15. Любой девушке хочется выглядеть сногсшибательно в новогоднюю ночь. Создать неповторимый образ помогут Ева Эстетик и Мирра. В быстротечном ритме современной жизни нашему лицу и телу необходима забота и внимание. Специалисты центра Ева Эстетик помогут вам в этом квалифицированно и с любовью. Мирра – продукт для тех, кто ценит эффективность, качество и современные технологии производства в косметологии. Мирра – 24 года радует вас своей косметикой. Мирра – отличный подарок для вас. Поздравляем весь тверской народ с Новым годом. Желаем вам счастья, чтобы Новый год был супер крутым, не таким унылым, как 2020, и чтобы все были счастливы. Счастье, здоровье – самое главное. Дополните свой образ в главную новогоднюю ночь с помощью ювелирных украшений. Приобрести их можно в магазинах «Александрит». Компания «Александрит» поздравляет всех с Новым годом и объявляет снежный вихрь скидок на украшения от «Соколов» и подарки до 18 января. Ждем вас в магазинах «Александрит». Поздравляю всю Тверскую область с Новым годом, с наступающим, всем здоровья, здоровья близким. Студентке Екатерине Волковой нужно успеть закрыть до Нового года все долги в ВУЗе. Хлопот хватает, однако настроение девушки улучшил подарок от белорусской косметики. Поторопитесь, у нашего партнера акции «Белорусская косметика» финальная распродажа года, а скидки до 60% на тысячи товаров. Подарочные наборы и сертификаты ждем вас в магазинах «Белорусская косметика» БК. Уважаемые жители Тверской области, желаю, чтобы 2021 прошел не так же, как 2020. С Новым годом! С новым счастьем! Новогодние праздники – отличное время для того, чтобы уделить больше времени себе и своему здоровью, например, проверить зрение. Центр оптической коррекции зрения – это квалифицированный прием врача-офтальмолога, большой выбор оправ и линз, разумная стоимость и гибкая система скидок для новых и постоянных клиентов. Телефон 58-29-34. Поздравляю всех жителей Твери. Я всегда, самое главное, желаю здоровья, потому что все остальное, если есть здоровье у человека, он уже сам как-то добьется своей цели. Главное, чтобы было здоровье, и побыстрее нам преодолеть эту ситуацию с болезнью. Пенсионерка Лариса Кузина из рук Дедушки Мороза получила в подарок сюрприз от центра «Трейдин». Только в декабре автосалон «Единый центр Трейдин» всем покупателям дарит подарки. Выгодные условия на покупку, продажу и обмен авто. Бесплатная комиссионная продажа вашего автомобиля в кратчайшие сроки. Полная проверка авто сертифицированным экспертом-криминалистом. Гарантия юридической чистоты всех автомобилей. Поздравляю весь наш народ и в первую очередь всех жителей города Твери с новым наступающим 2021 годом. И желаю нам в следующем году однозначно прожить его лучше, чем 2020. Всем здоровья и чтобы у всех все было хорошо. А чтобы быть в курсе всех новостей, в новом году читайте информационный портал «Панорама Про медиахолдинга Тверской проспект». Ежедневно на портале представлена панорама уникальных новостей. Тысячи посетителей, сотни писем от читателей, полезные рубрики «Объективность» и «Оперативность». Все это удается сочетать в себе молодому и активно развивающемуся порталу. Ежедневно журналистами проделывается колоссальная работа, чтобы сориентировать читателя в потоке городских новостей. Поздравляю с Новым годом всех жителей Твери, так, родителей, так, детей, бабушек и дедушек. Да. Со всех с наступающим и с Новым годом! Ко всем поздравлениям присоединяется и наш телеканал. С наступающим!